Сегодня поделимся с тобой лайфхаками жизни в Турции, знание которых облегчит жизнь, а порой и сбережет твои деньги и нервы. Ты на канале Turkey Space, я Олеся. Я Владимир. Начинаем. Если в магазине и на прилавке товар стоит без ценников, проходи мимо, так как с большей вероятностью цену тебе назовут после оценки твоей платежеспособности, судя по внешности. С европейской внешностью цена в таких магазинах всегда будет выше. Либо, если знаешь примерную цену интересующего товара, можешь узнать здесь и сравнить ее, чтобы понять, хотят ли тебя обмануть или нет. Мы с Вовой не раз проверяли такую вот хитрость, и в 90% в таких магазинах нам цену завышали, да? Да. Торгуйся. Торг в Турции – это норма, и просьба скидки не является чем-то неприличным или постыдным. Как говорят сами турки, всегда стоит пробовать свой шанс. А как правильно торговаться с местными? Обязательно подпишись на наш канал, чтобы не пропустить важный видос, в котором мы расскажем детали, о которых ты точно не знаешь. Не стесняйся просить помощи или что-то спрашивать. В менталитете турок совершенно нормально просить друг у друга помощи даже в какой-нибудь на первый взгляд ерунде. Турки с легкостью могут позвонить своему товарищу, полицею или универу через 15 лет и спросить, как дела, а потом сразу же попросить о каком-то одолжении. И это нормально. Никто не подумает, что вы наглый человек, а наоборот попытаются вам помочь. А еще очень часто они сами предлагают помочь с тем или иным делом. И в этом случае также не стесняйся принимать такую помощь, так как они и вправду предлагают свою помощь не ради приличия, а искренне, и при отказе порой даже очень сильно могут обидеться. Следующее. Выучи хотя бы несколько основных турецких слов и фраз так, чтобы турки тебя понимали. Тогда местные уже будут думать, что ты точно не турист, а находишься в процессе ассимиляции. И даже если ты не поймешь, что в ответ тебе скажет турок, можешь просто объяснить, что сейчас только учишь турецкий, и поэтому еще не все понимаешь. К тебе сразу будет другое уже отношение. Турки очень любят тех, кто пытается учить их язык. Да, очень радуется. Сразу лучшим друзьями становится. Как тот мужик в магазине рядышком. Да. Если сталкиваешься с ситуацией, когда в отношении тебя турок пытается нарушить закон, например, кинуть тебя с деньгами при аренде квартиры, или требует выселения, или еще что-то подобное, то покажи ему, что знаешь, куда надо пожаловаться. Скажи, что напишешь жалобу в Джимер, жалобами прямо президенту страны. Турки очень боятся проблем с законом. Следующий пункт – это общайся с соседями, сотрудниками магазинов и лавок. Турки любят неформальное общение. Тогда сразу же получишь другое отношение к себе, и помощь от соседей тебе гарантирована. А также от сотрудников магазина вежливое обращение и даже скидка или подарок при покупке. Вова так в одной лавке постоянно общался с продавцом, так тот постоянно ему кидал к покупке пачку арахиса бесплатно. Говори людям «доброе утро» – «гюнайдын», «доброго дня» – и «гюнляр», «доброго вечера» – и «акшамляр», «хорошей работы» – «хайерли эшлер», слова «тешикюри дерим». Если знаешь, что часто ходишь, например, именно в этот магазин или часто видишь соседа, говори «увидимся», «гюрюшюрюс». Следующий лайфхак. Если с кем-то из местных неформально разобщался, то при прощании можешь стукнуться с ним кулачком. Если с кем-то из местных где-то проводил время, например, посидели в кафе или где-то погуляли, при прощании встречи имитируй целование в щечки, прислоняясь дважды поочередно к одной, а потом к другой. Это у них проявление неформального общения, они все тут так делают. Саваш вечно встает, обнимается, целуется. Ну, Саваш, это вообще. Не ходи в кафе и рестораны, куда зазывают и написано не на турецком. Там тебя 99% обманут. Десятый лайфхак. Когда идешь гулять по достопримечательностям, один раз купив накидку, закрывающую голову, плечи и колени, бери ее всегда с собой, чтобы не тратиться на нее вновь, так как во всей мечети требуется покрываться. А еще бери с собой пакет для обуви, чтобы не проверять, утащит ли твою обувь, оставленную при входе в мечеть, или нет. Одиннадцатый пункт. Не забывай, что общественный транспорт даже в Стамбуле работает до 24:00, кроме метробуса. 6 линий метро и некоторых автобусов, номера которых можно посмотреть вот на этом сайте. 12 лайфхак.
Турции нет Uber. Пользуйся мобильными приложениями, таких как Pitaxi для вызова такси, либо маши рукой проезжающей желтой машине. На всех такси таксометр, и в тех, которым машешь, и в тех, которых вызываешь. А также здесь есть очень удобное приложение для доставки. Мы их укажем в описании под видео, чтобы здесь не перечислять. Мы лично пользуемся доставкой Getir, доставка еды готовой на дом. Очень быстро привозят, нам нравится. Bitaxi постоянно пользуемся, если не хочется махать. Ну, опять же, в Getir можно заказать и такси, но в каком бы приложении ты такси не вызывал, все равно к тебе приедет одно и то же такси. Вот это то, которым ты будешь махать, это же такси к тебе приедет и через приложение. Разницы здесь никакой нету. Одни и те же машины, одни и те же водители приедут в любом приложении. Да, и еще мы пользуемся приложением Едивлет. Без него вообще жить не нужно. Едивлет. Госуслуги турецкие вообще. Расскажи, если живешь в Турции или часто сюда приезжаешь, знаешь ли ты об этих перечисленных лайфхаках? Ставь палец вверх, чтобы видео увидело больше людей. Подписывайся на канал, чтобы алгоритмы YouTube показывали видео чаще. И свои вопросы можешь задавать в комментариях, а также анонимно писать на почту, указанную в описании под видео. Обняли, подняли и немножко хрустнули, чтобы было приятно. Всем пока. До свидания.